Друзья, всем привет! Сегодня в этом видеоуроке я буду делать вот такого вот твити. Ну что, поехали! Итак, давайте теперь я вам покажу, что нам понадобится для изготовления твити. Три 12-дюймовых шарика желтого цвета. Два 12-дюймовых оранжевого цвета. Понадобится ШДМ 360 размера, ШДМ 160 размера, также оранжевые 160 размера. Понадобится 5 5-дюймовых шариков желтого цвета. Понадобится трубочка. Если у вас нету трубочки, вы можете использовать любой другой предмет, не острый. Также понадобятся маркеры тем, кто захочет нарисовать глаза твити. Соответственно, синий, черный, белый. Я же рисовать не буду. Я буду использовать клеящуюся пленку Аракал. Синий, белый, черный. Также понадобится нам насос и ножницы. Ну все, будем приступать. Итак, в первую очередь давайте сделаем голову. Для этого берем два шарика 12-дюймовых и два 5-дюймовых. Также нам понадобится трубочка. Берем, вставляем трубочку в любой из шариков 12-дюймовых. И один шарик вставляем в другой. Далее берем, вставляем трубочку в 5-дюймовый шар. Таким же образом вставляем внутрь. Располагаем шарики так, 5-дюймовые, чтобы один был шарик с одной стороны, вот этого центрального, а другой вставляем с другой стороны. Вот смотрите, получается у нас вот горловина шарика центрального и с двух сторон 5-дюймовые. Одна горловинка и вторая. Далее берем насос и центральный шарик внутренний надуваем на 8 качков. После того, как мы его надули, теперь будем надувать 5-дюймовые шарики. Берем насос, вставляем и делаем буквально один качок. Теперь надуваем вот этот 5-дюймовый шар, тоже на один качок. То есть стараемся добиться одинакового размера, чтобы вот этот шарик был такой же по размеру, как и вот этот. Берем центральный шар, горловину и завязываем. Вот такая получилась голова. Так, друзья, далее берем кусочек ШДМ, делаем такую резиновую горошинку, завязываем узелочек. Лишнее обрезаем. Далее берем голову и вот таким вот образом, вот в этом месте, где будет клюв,
влажная. И стараемся узелок толкнуть как бы вовнутрь шарика вот таким образом. Далее его перехватываем, перекручиваем один раз и далее ШДМ зафиксируем. В дальнейшем к этому месту привяжем клюв. Теперь берем ШДМ 160 размера, берем насос, надуваем. Далее делаем петельку небольшую, буквально 2 пальца. Делаем такую же вторую. Делаем скрутку. Это будет клювик. Далее берем клюв и в это место привязываем. Привязываем как можно плотнее. Вот такой получился клювик. Так, друзья, смотрите дальше. Я вырезал из оракала вот все составляющие глаза. Вот. Вот уже готовый глаз. То есть получается, на белый оракал мы наклеиваем голубой. Вот таким образом. И далее уже черный наклеиваем на голубой. Вот таким образом получается глаз. Далее просто приклеиваем. И для этого убираем подложку. Таким образом и приклеиваем. То же самое проделываем со вторым глазом. Видите, появились два глаза. Я нарисовал реснички, бровки. Вот такая голова получилась. Ну, давайте теперь сделаем тело. Но перед тем, как его делать, берем кусочек ШДМ и сделаем такие резиновые горошинки. Нам понадобится 3 штучки.
Я предварительно сделал еще две. Далее берем 12-дюймовый шарик и закидываем вовнутрь. Далее берем 5-дюймовый шар. Вставляем его вовнутрь. И надуваем его на 3 качка. Раз, два, три. Далее завязываем. И отрезаем. Надуваем шарик. Берем второй 5-дюймовый. И теперь его надуваем на 2 качка. Раз, два. Завязываем. Отрезаем лишнее. Снова поддуваем шарик. Вставляем третий 5-дюймовый шар. И его надуваем на 1 качок. Наши 3 горошины, которые мы закидывали, предварительно стараемся сделать так, чтобы они упали вниз. Выпускаем воздух и теперь формируем тело. Вы знаете, что вот видите, тело не круглое, оно такое продолговатое, грушевидной формы, каплевидное. Итак, после того, как мы сделали тело, берем голову и привязываем. Так, друзья, после того, как мы привязали тело, вот, мы находим наши горошины, вот они, и стараемся их перемещать вот таким образом. Одну я оставлю вот в этом месте. Здесь у меня будет привязан хвостик, а остальные две пускаем вниз, к ним мы привяжем лапки. Вот примерно на одинаковом расстоянии от центра здесь располагаем их и уже будем привязывать лапки. Вот в это место я привяжу хвостик. Берем за резину вот эту вот горошинку, оттягиваем ее вот таким образом и фиксируем кусочком ШДМ.
То же самое проделаем со вторым. Также оттягиваем, слегка перекручиваем и фиксируем. Получились такие две завязки. И теперь нам осталось сделать еще одну. В это место мы привяжем хвост. То есть завязочка для хвостика и две для лапок. Так, друзья, дальше мы берем ШДМ 160. Надуваем его. Делаем небольшой пузырек. Делаем пинч-твист, делаем второй пузырек такой же, делаем пинч-твист и третий. ШДМ нам еще пригодится. Далее берем, привязываем в это место, куда будут крепиться лапки. Все расправляем. Повторяем. В эти места будут крепиться лапки. Давайте сразу лишнее все отрежем. Для изготовления лап нам понадобится ШДМ 360 и круглый шар. От ШДМ разрезаем пополам. Берем трубочку. Таким образом. Вставляем 12-дюймовый шарик не до конца, вот, и надуваем. Далее вставляем насос в ШДМ и примерно на 6 качков надуваем его внутри. Раз. 2, 3, 4, 5, 6. Придерживая кончики, чтобы не вышел воздух из ШДМ. Вот таким образом придерживаем два кончика и выпускаем из круглого шарика воздух.
Предварительно я сделал еще. Давайте сразу я сделаю так, чтобы они были одинакового размера. Вот слегка из ШДМ я выпустил воздух. Далее. Далее ШДМ завязываем. Отрезаем кончик. И теперь смотрите, что нам нужно сделать. Нам нужно сделать, чтобы горловинка шарика, она, то есть, стояла вертикально, таким образом. Не горизонтально, чтобы она смотрела вот в этом месте, а вертикально. Чтобы этого, вот видите, как в этом случае, не вот таким образом, а вот так, чтобы она смотрела вверх. Для этого мы берем, надуваем. И ШДМ внутри перемещаем таким образом. Вот. Горловинка у нас оказалась вот так вот вертикально стала. Далее завязываем. Стараемся завязывать так, чтобы узелок, мол, был как можно ближе к основанию. Так, далее берем ШДМ 160 размера. Надуваем. Делаем пузырек. Делаем пинч-твист. Второй пузырек, второй пинч-твист. Третий. Теперь на три пальца отмеряем длинный пузырь. Завязываем. Далее привязываем. Дальше привязываем уже к телу. Одну лапку. Там, соответственно, надо все поправить. На лапку и привязываем вторую. Привязывать надо к
как можно плотнее. Вот такие получились две лапки. Давайте теперь сделаем передние лапки. Для этого я взял ШДМ 160 желтого цвета. Надуваем. Делаем петельку буквально на два пальца. Делаем вторую петельку на 3 пальца, немножко больше. Делаем скрутку. Перекручиваем. И еще одну петельку на 2 пальца. Теперь отмеряем пузырь на 7 пальцев, 5, 2, 7, делаем скруточку, далее делаем круглый пузырек, делаем пинч-твист, делаем еще один пузырек и еще один пинч-твист. Снова отмеряем пузырь на 7 пальцев. Далее отмеряем петельку на 2 пальца. Далее на 3 пальца. И еще одну на 2. Это будут две передние лапки. Итак, далее берем и привязываем между пинч-твистами. Слегка изгибаем лапки. Можно сделать небольшие защипы. Таким образом. И давайте теперь сделаем хвостик. Для хвостика я взял кусочек ШДМ 160. Надуваем. Делаем петелечку. Сам покажу буквально.
буквально на вот на 4 пальца. Сгибаем. Убираем ненужное и привязываем. Получился вот такой вот хвостик. Итак, друзья, на этом все. Если вам понравился видеоурок, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Кстати, хочу вам сказать еще о том, что по достижении 20 тысяч подписчиков на моем канале я еще разыграю приз. Так что подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Вот. Также не забывайте оставлять комментарии под видео, заходите на мои странички в социальных сетях. Кстати, все ссылочки указаны в описании под видео. До скорых встреч. Пока-пока.